Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем эфир про предназначение. Говорить буду медленно, потому что информации очень много, поэтому запасайтесь терпением, чаем и давайте начинать. Вообще хочется начать с этимологии слова, да? Что такое предназначение? То есть перед назначением на эту землю были какие-то условия, да? То есть до рождения. Я думаю, что если вы посещали или слушали в записи предыдущие эфиры, то вы уже осознали такую важную вещь, что душа человека перед рождением, она уже знает все возможные варианты, и она на это согласна. Какой бы опыт нам казался отрицательный или суперположительный, но душа человека на это уже согласна. И предназначение сегодня воспринимается очень часто как какая-то точка. Да, то есть точка в жизни, до которой я иду в быстром темпе. Кому-то кажется, что я не иду, кому-то кажется, что я ползу, кому-то кажется, что я лечу. Но на самом деле это немножко неправильное отношение, потому что именно как точка предназначение вышло из понятия цель в жизни. Каждому же в жизни говорили, у тебя вообще цель есть? Какая у тебя цель существования? Лежать на диване или что делать? И на вот этом общественном и социальном таком уровне предназначение как точка, оно вырастает именно из потребности социальной, что у человека должна быть цель в жизни. Цели действительно не должны быть, они могут присутствовать, но я хочу вам сегодня развернуть это немножко в другом значении и понимании. Хочу изменить ваше понимание предназначения вообще в корне, поэтому будет очень интересно. Вообще предназначение, оно воспринимается как процесс, а не как какая-то точка одна в какой-то момент жизни и все. Если бы это было так, то теряется какой-то глубинный смысл всего того, что происходит за этой точкой, до этой точки, после нее. И получается, что действительно, как бы только вот эта вот одна точка на линии жизни, она имеет какое-то значение. А остальное, остальные 98 лет, они как бы не имеют никакого значения. И здесь в подтверждении очень хочется вам напомнить такие вещи, когда мы, например, очень-очень ждем какого-то события в жизни, оно наступает, и вроде ты должен был что-то испытать, а как-то что-то не то. Но ты же столько туда вложил, ты же столько туда стремился. Все остальные сферы жизни ты отодвинул на второй план, но эту точку ты получил, и ничего не происходит. Поэтому сегодня мы с вами немножко меняем ощущение предназначения жизни. Предназначение в жизни — это в первую очередь процесс. А процесс всегда состоит из чего-то. И сегодня мы расскажем, из чего состоит процесс предназначения в жизни. Он состоит из такого, так скажем, перемещения по моменту здесь и сейчас, когда тебе хорошо или когда тебе не очень хорошо. И по тому, как ты вот по вот этим клеточкам, пикселям, как ты идешь по этому пути, как ты его проходишь, и воплощается твое предназначение. По пути решается не одна глобальная какая-то цель, мы сегодня об этом тоже поговорим. По пути решается очень много вопросов, но давайте сделаем, да, такую под итог начала нашего, да, предназначение — это процесс, и процесс этот состоит из перемещения моментов, как вы сейчас чувствуете себя в этом моменте, и это очень важное осознание. Поэтому сразу вам даю такую легкую практику. Вот вы сейчас сидите, просто можете, если вы смотрите в записи, да, когда-нибудь поставьте на стоп и просто подумайте, что у вас сейчас горит в жизни, да, что у вас в жизни отнимает очень много энергии. Это отношения с родителями, отношения с мужчинами, отношения с женщинами, отношения в семье, отношения с работой, финансы, здоровье. Вот что сейчас, какая сфера жизни или сферы жизни, они горят. Если вы их не разрешите до состояния, что у меня все хорошо, да, было когда-то не очень хорошо, но сейчас все хорошо и будет в этой сфере хорошо, то есть как бы полное логическое завершение и разрешение этого цикла по данному вопросу, то этот момент будет стягивать вашу энергию в любом случае. И будет, ну, как бы такое застревание, да? Поэтому мы с вами и переходим в следующую нашу этапность. Сейчас мы будем с вами говорить про энергию. Энергия, она есть у всего.
Вот когда я готовилась к эфиру, к этому эфиру я прям готовилась, очень много написала, потому что очень хочется дать структурированную и важную информацию. Когда я готовилась к этому эфиру, я вспомнила слова одного своего очень близкого человека, и он является по дизайну человека проектором. Дизайн человека хорош для тех, кто действительно хочет найти какие-то точки опоры, но сегодня очень много людей воспринимают дизайн человека дословно, да? То есть он проектор, и у проекторов, как бы вот я прям даже это загуглила этот момент, у проекторов энергия, она ищется вовне, то есть извне, да, проекторы как бы питают в себя энергию. И вроде бы все с этой фразой хорошо. Но вот мой близкий человек сделал вывод, что энергии его у него нет. Поэтому он постоянно устает, поэтому он постоянно без сил, поэтому у него нет энергии. Это немножко не так, потому что энергия есть у всего. И у живого, и у мертвого, и у предметов, и у животных, и у мест, и у деревьев. У всего есть энергия. И не поверите, она еще и как-то там сама по себе существует. Какая-то движется быстрее, какая-то движется медленнее. Но человек, неважно, живой или нет, у него тоже есть энергия, и она всегда двигается, вне зависимости от того, хочет этого человек или нет. Единственное, что как бы вызывает здесь лень, апатию, такие моменты, когда у меня нет сил двигаться дальше и что-то делать, это застревание энергии, это может быть и прошлые какие-то переживания, опыты, даже которые человек не подозревает, что они есть, такое тоже бывает. Также это какие-то вот эти вот ситуации горящие, которые вот здесь и сейчас, они прямо сейчас горят, и они уже горят, там, я не знаю, лет 10. И вот мы никак не можем решить вопрос, ну, например, с родителями, или с близкими, или с друзьями, или с социумом. И вот этот вопрос, пока он будет у нас гулять по голове, он будет поглощать энергию. Поэтому энергия – это двигатель жизни, и кем бы вы ни были по дизайну человека, у вас тоже есть энергия. Другой вопрос – насколько она подвижная и насколько она может как бы материализоваться вот в эту жизнь. Это уже другой вопрос, тема не сегодняшнего эфира, и поэтому я по своему плану буду двигаться дальше. Возвращаемся немножко назад. До рождения человек выбирает свое ДНК, да, то есть по-другому он выбирает семью, в которой он родится, и условия. И это очень важно, потому что в этих условиях очень часто заложено предназначение. Предназначение, вот если вот вас просто спросить, а что такое жизненное предназначение, у большинства людей сразу выскакивают такие картинки очень яркие, где ты самый лучший певец, где ты самый известный ресторанный критик, где ты самый богатый и звездный SMM-специалист или кто угодно. Но на самом деле, помимо вот таких глобальных вещей, они бывают у многих людей, почти у всех. Но помимо этих каких-то глобальных вещей, я сегодня хочу вам показать, что предназначение заключается и в личных каких-то вещах. Потому что очень часто люди перерождаются. Я думаю, что те, кто смотрит этот эфир, уже знакомы с темой перерождения и уже до меня это как-то изучили. Очень часто души перерождаются с тем же вопросом, который они не смогли закрыть в предыдущих жизнях. Это очень круто решает регресс, это очень круто. Можно пойти и как бы поработать с собой, да, и эти вопросы вытащить, проявить и их решить в этой жизни. И часто это не такие глобальные вещи, не планетарного масштаба. То есть у многих женщин, например, бывают такие предназначения, как семья. И действительно построить семью и сохранить ее – это труд. Но вы не будете это отрицать. Но в планетарном масштабе это может казаться не настолько глобально. Но мы-то говорим про индивидуализацию, да? То есть сейчас вообще такое время, когда уже не важно, что происходит в общем
срезе общества, да, сейчас важно, что чувствует каждый человек, что чувствуете вы конкретно, прямо сейчас. И в этом смысле в предназначении всегда завернуты очень личные какие-то вещи. Это могут быть и отношения с социумом, и с деньгами, и с работой, и у кого-то предназначение — это выйти из какой-то зависимости. Да, такое тоже есть, и многие люди с этим справляются, кто-то с этим не справляется, и как бы перерождается снова, если такой опыт для этой души нужен. И если мы сложим все вот эти вот озвученные до этого момента знания и понимания, то получаем такую историю, что в целом есть какая-то такая генеральная линия, по которой ты идешь, и параллельно с ней это никогда не одна линия, по которой ты становишься звездным врачом-хирургом. Это всегда сплетение. И именно через решение вот таких, как нам кажется, простых, непланетарных задач и проявляется вот это вот глобальное. И здесь вопрос только к вам. Вы пойдете прямой дорогой или вы пойдете вот так вот гулять по всем возможным вот этим закоулкам, но в любом случае каждый человек про себя внутри очень глубоко знает, что ему нужно в жизни и какие предназначения у него есть. Часто предназначение вылазит вот в такой очень ощутимой форме, когда копится критическая масса именно каких-то положительных моментов, момента здесь и сейчас, когда вот эти вот пиксели, да, или там клеточки, как хотите называйте, они складываются, их больше, 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 и тебя просто уже на этом вынесет туда, куда тебе, собственно, нужно. Но на самом деле у человека очень много шаблонов, установок, опыта очень много сегодня у людей, которые сложно пережить, и поэтому ну, часто просто расслабиться, довериться, как сегодня модно говорить, потоку и идти за своим сердцем, это кажется просто каким-то безумием. Но сегодня мы об этом тоже, кстати, будем говорить. Уровни и уроки прохождения вот этих вот проработок опыта, да, по сути, да, в предназначение мы также вкладываем все вот эти, не люблю это, честно, высказывание, да, но кармические задачи. Потому что вообще все, что связано вот с кармической задачей, оно всегда настолько, мне кажется, давит на мозг, что уже решать это как-то кажется сложно, невозможно. Поэтому давайте слово кармическое мы отодвинем, но все задачи, которые есть у вас на это воплощение, они есть. И если вы их не решаете в этой жизни, то они пойдут в следующую жизнь. Это не обязательно что-то плохое, это не обязательно что-то отрицательное. Это может быть какая-то вещь, которая настолько банальная, но как бы за пеленой происходящих событий в мире и в вашей жизни вы можете этого не замечать. А действительно, это бывает очень важно. Очень часто перерождаются вот прям вот в такой связке мама-дочка или там мама-сын, да, то есть когда вот один рожает второго. Очень часто это муж-жена, когда есть какие-то вещи, которые нужно проработать конкретно в этом браке. Часто это бывает, что сегодня ты муж, а я жена, потом наоборот. Бывает такое, что люди встречаются первый раз, и любой опыт, он важен. Тут как бы главный вопрос в том, что нужно решить. То есть это может быть что угодно. Поэтому здесь нельзя искать, когда вы, если вы находитесь сегодня, прямо сейчас в поиске предназначения, и до сих пор вы думаете, что вот я 50 лет прожил и вроде как прожил бесполезно, то вы глубоко ошибаетесь, потому что с самого первого вашего вздоха вы уже начали воплощать свое предназначение. И скорее всего, точнее не скорее всего, а вы точно знаете, какие вопросы, в каких сферах жизни вам нужно решить для того, чтобы ваша жизнь прямо сейчас стала лучше. Собственно, в этом и предназначение. А теперь давайте пойдем с вами по практическим аспектам и как вообще выглядит вот то состояние, когда ты понимаешь, что ты воплощаешь свое предназначение. Возвращаю вас к началу вебинара. Это не точка на карте линии жизни.
это не точка, это процесс, то есть это то, когда вы проживаете вот этот вот момент, и вы понимаете, да, я в нужном месте, и с каждым новым моментом, с каждой новой секундой у вас вот это ощущение, оно только расширяется. Сейчас сделаю маленькое отступление от практических вещей, мы к ним сейчас вернемся, но хочу вам рассказать, показать вообще, как, что такое предназначение, да, и как оно вот воплощается на примере гениальных людей. Ну, например, давайте возьмем Моцарта, я его безумно люблю, и вроде он гений, ну, он гений, это правда. И если мы посмотрим, что было самое важное в жизни Моцарта, то все без исключение. Все скажут, что Моцарт должен был стать музыкантом, он должен был стать музыкантом-виртуозом еще в детстве, чтобы запустить вот эти коды на детей-виртуозов и двинуть вообще музыкальную культуру, музыкальное искусство, музыку, композицию на новый уровень, чтобы поколения после него начали как бы творить. Но вы посмотрите, если вы прочитаете когда-нибудь биографию Моцарта, там очень интересно, потому что каждый элемент его жизни, он его толкал вот именно в это предназначение. Но параллельно с этим у него были и другие задачи. Да? Не хочу сейчас углубляться в его жизнь, но все, что было в его жизни, нельзя отрицать и нельзя сказать, что это было неважно, потому что родился он в другой семье, вряд ли бы они его отдали музыке, могло быть такое. Не было бы у него сестры, с которой он играл на инструменте, ну, вряд ли бы он стал гением, да, уже в таком раннем возрасте. И вот каждый факт, он важен для предназначения. Так все то же самое происходит в вашей жизни. В каждой жизни происходит все то же самое. Каждый факт в вашей жизни, он важен. Это как маленькая такая шестеренка, где-то меньше, где-то больше, но она играет роль, поэтому смотреть туда можно, нужно и необходимо. И теперь возвращаемся к, вот, к практическим таким задачам. Первое, я уже сказала, что отпадают вопросы по существованию, в том смысле, что вот темы, вот, которые горят и фонят где-то на заднем фоне, они перестают фонить. И за счет этого освобождается больше энергии, и ты как бы идешь, куда тебе нужно, и где ты точно не потеряешься. И в этот момент, если вы действительно это проработали, то возникает вот такое ощущение, что да, мне было сложно, тяжело, больно, неприятно, непонятно, но сейчас, прямо сейчас, у меня на эту тему все хорошо. И помимо этого появляется уверенность в том, что завтра тоже все будет хорошо. И это очень два важных фактора, как бы вообще маркера, да, вы закрыли вопрос или нет. Следующий момент — это то, что вот эти моменты, да, пиксели, как хотите называйте, да, что вот прямо сейчас, как вы себя чувствуете, хорошо или плохо, или вот что, да, вот этот самоанализ, саморефлексия, и вот этих вот моментов, их будет все больше и больше и больше, и за счет этого как бы и проявляется счастье. То есть дальше, если вы туда прям ныряете и уходите, то каждый предмет, каждое событие, даже если оно какое-то не очень приятное, назовем это так, оно все равно будет доставлять вам счастье и удовольствие. И уже даже на отрицательных каких-то моментах вы будете видеть как буфер, знаете, то есть, о, там что-то плохое случилось, значит, мне нужно сейчас вырулить вот туда. И когда ты до этого доходишь, когда ты начинаешь настолько слышать себя, действительно жизнь меняется. Третий маркер — это тебе всегда нравится то, что ты делаешь. Предназначение часто проявляется так, именно так, и оно всегда так проявляется. Не бывает такого, что вот мое предназначение быть великим хирургом, но я не переношу крови, мне вообще тошнит от этих людей. То есть это действительно то дело, те процессы, которые вы готовы делать постоянно, и это очень важно. Потому что за счет того, что вам это нравится, у вас происходит новый вот этот вот, так скажем, энергетический взрыв, да, энергия быстрее ходит, гуляет, и вы можете делать на этом еще больше, и постоянно генерите что-то вот новое, да. И как раз вот четвертым пунктом у нас является как раз-таки генерация чего-то нового, это творчество. Про творчество я вообще хотела сказать отдельную историю, что творчество в целом в науке, в педагогике, оно
разделяется на субъективное и объективное. Субъективное творчество — это новое для себя, только для меня. То есть, например, вот Бетховен написал сонату, я ее играю, и это мое субъективное творчество, потому что это было до сегодняшнего момента новое, неизведанное, а сейчас я это поняла. А объективное творчество — это что-то новое, творческое, созданное мной, но это новое уже для всех. И вот здесь, именно вот в этой точке, ломается 90% тех людей, которые ищут предназначение, потому что всегда же хочется найти новое для всех, глобальное, хочется найти точку. А на самом деле творчество и творческая энергия, про которую сегодня очень много говорят, она в первую очередь должна быть субъективной, то есть объективное творчество, которое новое для всех, оно не может быть субъективным для человека. Я надеюсь, что это было не очень сложно с точки зрения научного языка, и меня все поняли. То есть в первую очередь это будет новое для меня, а потом это будет уже новым для всех. И именно творчество — это тоже такой маркер предназначения. Ну, часто сегодня предназначение воспринимают как какую-то профессию, какое-то делание, что-то происходит, какую-то работу часто воспринимают так. Так вот, отвечая на вопрос, как понять, что ты на своем пути, должно быть ощущение творчества, должно быть постоянная генерация чего-то нового. Нету ни одной профессии, которые не включают творчество. Творчество — это не только рисовать, писать музыку и танцевать. Творчество — это все. Это и юриспруденция, это и физика, это и преподавание. Да, любой, вот любую сферу возьмите, это все творчество. И если вы не будете вкладывать туда творчество, то никогда не создастся вот этого объективного нового. Следующий маркер — это такие фразы, как «так не бывает», «я пробовал, у меня не получилось», «ты туда не лезь, ты еще маленький», «вот так точно у тебя не будет», «ну, хочешь, попробуй, прокались, и потом все равно сделаешь, как все». Вот если вам такое говорят, и у вас внутри вот это вот жжение и желание это пойти и сделать, все равно, несмотря на то, что все 90 человек не поступили в театральный вуз, значит, надо туда идти и поступать. Неважно, поступите вы туда или нет, но именно там, значит, будет как бы следующая такая подсказка, да, на то, куда вы будете дальше двигаться. Здесь же также шестым пунктом из пятого вытекает то, что на предназначении будет ломаться очень много шаблонов, установок, каких-то ментальных форм, таких устойчивых, да, то есть потому что вы идете в новое, вы идете в тот опыт, который, возможно, ваша душа не пережила в трех предыдущих воплощениях. И это нужно понять сейчас на уровне разума, да? То есть мы до этого говорили, что люди перерождаются, если они не воплотили какой-то опыт в прошлой жизни, они переходят в эту с тем же вопросом. Итак, это настолько новый опыт, который не был пережит в нескольких жизнях, и сейчас нужно его пережить. И поэтому очень много сломается шаблонов и каких-то нейронных связей, которые были встроены еще несколько жизней назад. То есть сейчас это нужно прям вот осознать. И поэтому действительно говорят, что вот там, где страшно, там и туда и нужно, да? Потому что там как раз-таки вот это все ломается, вот это все трансформируется, и туда действительно тянет. Все, что вам нравится сейчас или когда-либо, особенно если это вам кажется невозможным, в этом и есть ваше предназначение. Да? Это вот такой вывод из всех предыдущих пунктов. То есть, если вам нравится вышивать крестиком и наблюдать за птицами, то значит точно есть какое-то такое действие, какое-то новое новое объективное творчество, ваше творчество, которое и является какой-то частью вашего предназначения. И, скорее всего, очень большое. Потому что если в целом взять вот так вот человека, его ну, вот так вот да, размазать, ну, условно говоря, да, его энергию, да, и посмотреть, что вот ему нравится вот это и вот это. И в таком случае
дорожки, как это все собирается красиво, где-то вот здесь, оно все равно все соберется воедино. Это как в жизни Моцарта, каждая шестеренка, каждый момент был важный. Здесь то же самое и с нашими жизнями, с вашей жизнью. Все, что вам нравится, все, что приносит искреннее удовольствие, оно все есть в вашем предназначении. Это может быть и хобби, на котором потом вы выстроите что-то новое. Это может быть и ваши навыки, и умения, знания, которые вы применяете и получаете от этого применения удовольствие. Вот удовольствие вот это очень важный маркер. Поэтому, если сегодня вам кажется невозможным, как совместить знания о чае и вышивание крестиком, то поверьте, когда-нибудь это вот сольется в одну очень красивую историю, которой не было до этого момента еще никогда. Это точно будет. Что нужно для поиска предназначения? И ну вот как понять, для чего я родился, вот этот экзистенциальный кризис и вот такие какие-то аспекты. В первую очередь это практика, да? Закрывать вопросы, которые горят. Я вам ее дала еще в начале нашего прекрасного вебинара. Именно закрывать те вопросы, которые вас беспокоят, потому что в них как раз заложена та энергия, которая вас будет все равно тормозить. Поэтому это нам не нужно, мы это быстро решаем и идем в прекрасное будущее. Поймите и осознайте одну вещь, что вы уже воплощаете свое предназначение. Просто вопрос в том, как вы идете прямо или вы идете в обход. И насколько длинная вот эта дорога в обход. И здесь только вот этот вопрос важен. Но уже с первого вздоха, с первого дня вашей жизни вы воплощаете свое предназначение. По-другому быть не может. Насколько вы закроете вот эти вопросы, насколько вы их проработаете в этой жизни так, что в следующий, возможно, вам скажут: о, здорово, мне ничего не нужно делать, и я выберу себе какой-то другой опыт или что-то другое интересное, то это зависит уже от именно прохождения вот уроков в этой жизни. Все, что происходит, вот это тоже упражнение на осознанность и на осознание. Все, что происходит в вашей жизни, все люди и события, которые есть в вашей конкретной жизни, они созданы для того, чтобы вам помочь. И звучит это именно так. То есть для того, чтобы вам помочь воплотить свое предназначение, выполнить его, вам даны все люди. Даже те, которые самые плохие, даже те, с которыми... И все события, которые вам сейчас кажется, что, ой, лучше бы они не случались со мной. Но на самом деле каждое частичка из события, каждый человек вносит свою, так скажем, кирпичик свой в построении вашего красивого и большого дома. И это очень важно осознать. И на этом, кстати, тогда появляется благодарность. Это самая мощная вообще практика из всех существующих. Это благодарить, да? Благодарить. И когда вы понимаете, что все, что есть в вашей жизни, создано для того, чтобы вам помочь, у вас автоматически появляется благодарность. Ну, даже сейчас вы можете это прочувствовать, вспомнив всех тех, кого вы не очень любите и перевариваете. Конечно же, для поиска предназначения нужно творчество. Рассказываю, в каком ключе. Если в вашей жизни происходят такие события, которые вы понимаете, что ну, нет у меня в жизни творчества, не получается, негде его там проявить, и стихи я писать не умею, и крестиком я вышивать тоже не хочу, и на спицах я тоже не хочу вязать, и на танго я не пойду, потому что я вообще мальчик и так далее, то здесь такой момент. Нужно пойти действительно заняться каким-то вот в прямом смысле творческим делом. Просто себя пойти и привести туда. Это очень хороший метод для того, чтобы запустить творческую энергию. Это музыка. Часто ко мне приходит на хор именно с таким запросом. Ну, как бы человек его может не озвучивать, но я понимаю, что человеку нужно дать просто свободу для творчества, свободу для творения.
И они вот ходят, ходят, ходят 3 месяца еженедельно, или 4, кто-то кому сколько нужно, ходят, ходят, ходят. Потом бах, они пропадают, и у них там взлетают какие-то невероятные проекты, у них какие-то идеи, и все, и они ушли. И слава богу, я никого не держу, и слава богу, что у человека вот этот вот эмоциональный, энергетический, да, взрыв, он случается и их несет вот туда, куда нужно. Но если вы понимаете, что музыка это не ваша, сходите на танцы. Тело очень хорошо прорабатывает вот все застойные энергии, поэтому танцы как вид самовыражения и в то же время как вид какой-то физической нагрузки, эти вопросы очень хорошо снимает. Потом, когда вы выходите на дорожку, так скажем, где вы воплощаете ваше предназначение, вот эти творческие уроки, они вам будут уже не нужны. То есть не надо настраиваться на то, что вам нужно будет всю жизнь рисовать на холсте. Нет, это нужно только для того, чтобы запустить вот именно вот это вот творческое проявление. Потому что людям очень сложно после, так скажем, да, того, как они надолго забыли, что они вообще умеют творить, людям сложно заново начинать воплощать свое творчество, заново вот гореть чем-то. А когда человек пробует, как это бывает, после этого он, ну, он по-другому раскрывается. И это всегда очень здорово. Что касается энергии, это, конечно, самопознание и медитации. Мне кажется, сегодня уже столько курсов по медитациям, что, наверное, уже вроде бы как должно быть абсолютно все сказано, но давайте сделаем за 3 минуты экскурс по медитациям. Медитация — это не, как вам сказать, это не процесс того, что ты сидишь в какой-то позе, или ты лежишь, или что, ну, то есть медитация — это не то состояние, в котором ты должен выполнять чьи-то условия. И это важно понять. Медитация — это взгляд внутрь себя и то, насколько ты прямо сейчас слышишь, что у тебя внутри происходит. Как двигаются твои энергии, что ты видишь по своему собственному запросу в медитации любой, да, то есть как бы там есть свои, как бы, так скажем, левелы. По своему запросу ты можешь уже дальше смотреть и что с твоим телом, и что с твоими какими-то прошлыми, будущими, неважно, параллельными воплощениями. То есть, по сути, медитация — это то состояние осознанности и себя, ну, как бы так, внутрь ты заглядываешь, и оно просто вот есть. Это состояние не только тела, да, ну, по телу там все просто. Чаще всего ты просто перестаешь его чувствовать как вот физический мешок, да. Ты просто, ну, как бы, у тебя просто работает вот ощущение. И здесь важно сказать такую вещь, что медитация это не всегда закрытыми глазами. Очень многие люди уходят в медитативные состояния, когда они что-то видят, или когда они гуляют, или когда они лежат. Да? Хотя, по-моему, сегодня многие говорят, что ни в коем случае не делайте медитацию перед сном, а может быть, это и есть ваш выход. И когда человек приходит к медитативным техникам, абсолютно к любым, здесь всегда вопрос такой возникает, что насколько ты сам себе доверяешь, насколько ты не боишься услышать то, что внутри тебя. Если ты не боишься, то ты идешь и слушаешь себя, да, иногда это больно, неприятно, но ты это принимаешь и ты это исправляешь. У меня на канале есть очень, ну не очень много, но есть медитативная музыка, это специально написанная музыка для избавления от тревоги, еще чего-то, то есть там можно покопаться, и еще есть музыка на Яндекс Музыке, которую тоже можно послушать. И, кстати, следующий цикл вебинаров, следующий забег на вебинары как раз будет про музыку. То есть я вам сейчас даю прямую наводку на то, что медитировать можно на любую музыку абсолютно и познавать себя. То есть медитация — это познание себя. И может быть такое, что
конкретно у вас медитация будет во время того, как вы ходите по одной дорожке, да, там, или вы гуляете, или вы бегаете. Да, очень много людей медитируют во время бега, но они просто не очень это осознают. Не обязательно должны быть глаза закрыты. Если вас первое время вводят в состояние медитации свечи, арома масла, то здорово, продолжайте, но учитесь тому, что вы можете медитировать и слышать себя вообще в любой момент жизни, да, то есть и открытыми, и закрытыми, и во сне, и не во сне, то есть это уже вопросы про осознанные сновидения, ну и вообще про медитацию мы когда-нибудь с вами поговорим в другой раз, если вам это интересно. И следующий такой момент для поиска предназначения — это делать и продолжать делать то, на что у вас есть отклик. Даже если вы когда-то испытали негативный опыт, например, часто ко мне приходят с запросом на попеть. Ну, я не очень люблю вот эти истории с индивидуальными уроками, но иногда я вижу, что человеку прям нужно, и ну, я беру. И мне часто говорят, что, слушай, ну, у меня было там 5 преподов по вокалу и по постановке голоса, и здесь было не так, и здесь было не так, и здесь было не так. И, по сути, человек там мог уже сдаться на какой-то момент, ну, уже 2 раза не получилось, ну, зачем искать 3-й раз. Но если у вас есть внутри отклик к тому, что даже у вас когда-то не получилось, найдите другую форму. Не нравится вам ходить в баню с мужиками, потому что они там все голые ходят, найдите баню, где они ходят одеты. И много таких интересных штук. Да? То есть когда-то вам нравилось в детстве рисовать, да возьмите, порисуйте. Для этого вам нужна просто ручка и кусок бумажки. Попробуйте. Может быть, вам это что-то даст заново. И не бойтесь того, что вы сделаете какую-то глупость или это будет инфантильно. Нет, это ваша жизнь, и если у вас есть к этому отклик, значит, его нужно разворачивать, потому что именно в отклике будет одна из дорожек к вашему, давайте называть вещи своими именами, глобальному предназначению. И последнее, что я хочу сказать вам сегодня за этот интересный эфир, на мой взгляд, не давайте внешнему миру навязать вам свое предназначение. Сегодня же модно говорить, что стань умнее, стань богаче, да, стань богатым вообще, это же тоже твое предназначение. Стань красивым, или стань красивой, или стань женой, или стань хорошей женщиной. Друзья, все настолько всегда индивидуально, что, может быть, конкретно вам не нужно становиться хорошей женой или хорошим мужем, и это нужно принять. Или вам, может быть, не нужно становиться суперумным вот в этой сфере IT, потому что сегодня туда идут все. Послушайте вы себя, не слушайте то, что вам навязывают извне. Хотя здесь очень такие легкие вещи, потому что, по сути, люди берут вот такой общий срез сверху, да, что все люди хотят. Все люди хотят денег. Значит, давайте сделаем что-то про деньги, и значит, это будет актуально всем. А многие люди не понимают, что имение денег, обладание деньгами, оно не сделает конкретно вас счастливым, да, или сделает, наоборот, намного несчастнее, чем вы есть сейчас. Ну, не вы, да, кто-то, потому что нужно до этого нужно решить вот эти вопросы. Или что если там женщина делает себе пластику носа, ушей и груди, то это не значит, что она стала более красивой, это значит, что у нее там проявятся вот такие вещи. А кого-то это действительно сделает, там, ну, условно говоря, да, красивее, и в этом тоже есть ее какое-то предназначение, и как раз ей-то то, что вот показали эту рекламу пластической хирургии, ей-то это и ну, помогло, да, сделать какой-то выбор. Но не позволяйте внешним факторам навязывать себе то, что вам нужно. Никто не знает, что вам нужно лучше, чем вы сами. И это та вещь, которую, я надеюсь, у меня получилось донести до каждого слушателя за цикл этих вебинаров. Потому что каждому человеку нужен свой набор инструментов. И если мы будем каждому
всем подряд, да, давать одинаковые штампованные наборы с завода, то никогда не построятся ни города, никогда не построятся столы и никогда не появится ничего нового. Нельзя типизировать людей, штамповать их и выпускать их всех счастливыми. И поэтому, например, да, на ком-то курсы по женственности работают очень здорово, и они спасают семьи, а кто-то на таких же курсах разводится. Поэтому не позволяйте внешнему навязывать вам ваше предназначение. Поэтому делаем итог этого эфира. Свое предназначение вы начали воплощать еще с первого вздоха, и никуда вы от этого не денетесь. Для того, чтобы его воплотить, пожалуйста, решайте те горящие вопросы, которые у вас крутятся в голове, потому что это застой вашей энергии. Добавляйте в жизнь творчество, занимайтесь тем, что вы любите и хотите, и побольше пусть будет у вас моментов, когда вы искренне счастливы. На сегодня заканчиваю. Мы встретимся завтра и поговорим о чем-нибудь интересном. Всем спасибо за внимание и всем хорошего-хорошего вечера.